В прошлом году у нас была небольшая дискуссия, уже, наверное, в конце сезона. Хотя Коля говорит, что еще раньше было. Что он сказал, что если мы выиграем Евролигу, то он бреется наголо. Пришло время, так сказать, подтвердить те слова действиями. И сегодня в этом замечательном барбершопе у деда мы будем брить Николая Цинкевича, нашего пресс-атташе. Давай, Никитос, начинаешь. Да? Да. Начнем... Не томи. Начнем с бровей, Колян. Давай. Колян, не все так плохо, на самом деле. Что происходит? Сейчас мы тебя приведем. Так, пока я на панка какого-то похож. Не-не-не, сейчас все будет ровненько у нас, подожди. Вам стрижка с мытьем головы или? Заходи, Саймон, в наш барбершоп. Барбер Никита свободен сегодня, нет? Я записывался. Проходите, у нас здесь это, Колян, все как надо, смотри. Вот, оставляй так, оставляй. Что, уже на все? Да, Майкл, ты пока там. Оставь ему отец. Дай Саймону пару, так сказать, мазков сделать. Я больше по челке специализируюсь. А мы ему оставим ее. Чехолку оставляем, а бровь будешь как из открытых мошенников? Не, я... Вот так вот. Я не думал, что брить так прикольно. Коленчик, я максимально четко пытаюсь. Мы же по желанию клиента чубчик же оставляем. Вот тут вообще все отлично. У меня в детстве мама стригла всегда. Виски прямые или как? Вот, поэтому... Я слышал. Пожалуй, так и оставим. Колян, нормально. Свежо так прям стало как-то. Подумаю, что это. Сейчас, Колян, чтобы здесь вот. Чтобы никого. Что тебя Вера не узнает, придешь домой. Да не говори. Вам брови оформить, нет? Да, брови нормально. Так, ну, наверное, все, Колянчик, мне кажется. В принципе, неплохо, если что. И ты чё? Ну, Брюс Уиллис готов. Это одеколоном ему. Тройным. Вон, женским мылом можно. Кстати, нормально, Колян. Я думал, хуже будет. Мужик сказал, мужик сделал. Николай Цинкевич. Хорош, Колян. Ну, свежо. Свежий имидж. Да, я обещал ребятам, и это было, как мне кажется, в позапрошлом сезоне. В прошлом сезоне напомнили об этом. Ну, что ж... Финалы четырех добавили немало седых волос, сейчас я от них избавился. Можно сказать, что начинаем с нуля. Поход за новыми титулами. Мне кажется, Николай, очень хорошо. Мы также предлагаем нашему фотографу Михаилу сделать такую же прическу, но он пока отказывается. Но Николай молодец, держал свое слово, а Никита очень здоровски его, так сказать, обновил, обнулил.